Ежегодный фестиваль счастья вдвойне, организованный сообществом «Мама офлайн», прошел в Люберцах. Несмотря на изнурительную жару, гостей в Центральном парке много. Встретиться с двойняшками и тройняшками отправилась наша съемочная группа. Совсем недавно приезжали на детских колясках, сегодня уже школьники. Седьмой раз фестиваль собирает близнецов, двойняшек, тройняшек и их родителей со всего городского округа. Неизменным остается одно – здесь весело и дарят подарки. У нас сегодня присутствуют семьи, еще, как говорится, в грудном возрасте, то есть когда им было месяц, там два, там годик буквально. Сейчас это уже школьники, то есть это на самом деле так круто, потому что вот приходят родители, да, которые ходят из года в год, и уже такие теплые, дружественные отношения у всех. На площадках каждый мог найти занятие по душе. Розово-голубая фотозона с шарами, профессиональный фотограф, аниматоры и настоящие артисты. Кто-то подпевал и танцевал, кто-то рисовал или осваивал технику макраме. Лет 25 назад макраме было модно, и сейчас оно модно, но модно вдвойне. Сейчас огромное количество различных макраме-сумок, подвесов, панно. А с детками мы плетем часто новогодние игрушки, небольшие подвесы для цветов, панно. Нравится вам здесь? Да. А что делаете? Скажите, вы каждый год приходите? Да. А сколько вам лет? Мне 8. И мне 8. Очень круто, мы здесь уже 7. Хорошо? Нам 8 лет уже школа. Ну что, у нас, смотрите, и мы ездим сюда всегда. Кроме фестиваля близнецов и двойняшек, сообщество «Мама офлайн» проводит конкурс «Мамочка-люберчаночка», чемпионат ползунков и еще много других увлекательных мероприятий для детей и родителей. Луиза Игязарян, Ирина Иванова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.